А теперь к главному событию деловой жизни Краснодара. Сегодня в Краевом центре обсуждали перспективу прямых авиаперелетов в турецкий Самсун. Этот вопрос подняли на встрече мэра города Владимира Евланова с делегацией из провинции Турции. Главной темой разговора стало экономическое сотрудничество двух городов. Гости из соседнего государства считают, что прямой рейс мог бы способствовать развитию таких связей. Мы уже думали, и я серьезно об этом говорю, что может мы, как администрация Самсуна, вместе с нашими бизнесменами объединиться, открыть свою авиакомпанию, купить самолет. И я думаю, что мы, как две администрации, должны приложить усилия, чтобы у нас была такая воздушная линия. Потому что, как я уже ранее сказал, мы за 60 минут можем долететь друг для друга, и это будет способствовать развитию наших экономических отношений и торговых отношений. Владимир Евланов инициативу поддержал. Со своей стороны, Краснодар с участием администрации края готов обсудить возможности организации такого рейса. В состав иностранной делегации вошли бизнесмены, представители торгово-промышленной палаты и генконсул Турецкой республики в Новороссийске Бестепех Левансун. Самсун – город-порт на берегу Черного моря и, соответственно, пункт распределения импортных товаров. У него налажены побратимские связи с Новороссийском. Кроме того, именно в Самсун придет новая российская газовая труба из Джубги в рамках проекта «Альтернативного Южному потоку». Это тоже мощный импульс для развития торгово-экономических отношений двух стран. В Краснодаре к такому сценарию готовы. Восточно-промышленная зона приобретет для развития экономики города. Эта территория ждет инвестиций. На площадке в 500 гектаров будет создан мощный технопарк, где разместятся десятки производств. Вот, мы готовы сегодня создать условия для создания новых производств, промышленных предприятий, торговых предприятий на территории города Краснодара в рамках тех взаимоотношений, договоренностей, которые имели наши президенты стран на последней встрече. То, что сегодня у нас есть особые экономические контакты с Турцией, не просто контакты, а действительная работа, действительные проекты, которые имеют эпохальное значение, в том числе тот газопровод, который уже практически начат в строительстве, и он уже соединил на первом этапе наши города через Черное море Краснодарского края и Самсун. Вот. Это уже основа и залог того, что у нас могут быть просто огромнейшие взаимовыгодные проекты. Более предметно о совместных проектах говорили сегодня на бизнес-форуме «Деловой мост». Для участия в нем из Турции в Краснодар приехали больше сотни предпринимателей. Они также представят на выставке товары турецкого производства. Впрочем, продукция заморского государства краснодарцам знакома хорошо. Она составляет примерно треть от всего импорта на прилавках города. В свою очередь, краевой центр в прошлом году поставил в Турцию товары на общую сумму 140 миллионов долларов. Отмечу, что краснодарский рынок уже освоил ряд строительных компаний Турции. Так, новый футбольный стадион в городе возводит фирма «Энка», с которой уже связано неофициальное название целого микрорайона. Один из примеров удачного вложения турецких инвестиций – крупнейший торговый центр вблизи Пашковского района. А в ближайшем будущем, учитывая тенденции международного рынка, могут быть выстроены и новые деловые мосты. В прошлом году товарооборот между Кубанью и Турцией составил около 2,5 миллиардов долларов. Это почти 20% от общего товарооборота края с другими странами. Итоги работы и планы сотрудничества с иностранными инвесторами на ближайшие годы обсудили на встрече представители краевой администрации и торгово-промышленной палаты турецкого города Самсун. Несмотря на события в мире, зарубежные бизнесмены по-прежнему активно инвестируют в наш регион. Среди реализованных проектов, построенные в Крымском районе, стеклотарный завод, открывшиеся линии производства напитков и торгово-развлекательные центры. В ближайших планах реализация еще нескольких масштабных проектов. Это прежде всего, конечно же, строительство Таманского паромного терминала. Данный проект, в общем-то, развитие морского порта «Кавказ» включен в федеральную целевую программу. И проектируем грузооборот здесь составит более 2 миллионов тонн в год.
Самсун – это город, в котором есть железные и автодороги, морские порты и аэропорты. С Краснодарским краем мы соседи по Черноморскому побережью. И уже много лет осуществляем регулярное сообщение с портом Новороссийска. Сейчас нам было бы интересно сотрудничать с вашим регионом для того, чтобы наладить еще и железнодорожное сообщение.